Приветствую вас, друзья, добро пожаловать в Destiny 2. Сегодня у нас пятница, 8 часов вечера, значит, прилетел кто? Креветкова, ну или Зур. А прилетел он на самое хитрое свое место, это Странник. Вот он, обратите внимание. Что же он нам привез? По поводу роковой энграммы, просто напомню. Запомните, она одна падает на все персонажи. Соответственно, если у вас на каком-то персонаже нету экзотики какой-то, используйте на него. Если у вас есть на всех персонажах вся экзотика, соответственно, ну, по желанию, можете даже ее не покупать. По поводу тройки монет, 31 кристалл. Эта монета дает вам увеличение шансов падения экзотики. Большинство сейчас говорят, что она работает. Я все-таки скептически отношусь к этому, поэтому не буду утверждать, на 100% не уверен, но, по крайней мере, вы ее можете прикупить. По поводу багреца. На мой взгляд, бесполезный пистолет. Ну, кто-то его хвалит, но я его считаю бесполезным. Есть меньший зол, солнечный выстрел, по старинке, кинжал, полночный переворот и так далее. Пистолеты, которые явно перестреливают его, поэтому на вкус и цвет. Насчет потери гравитонов. Это шлем на охотника. Это для тех PvP-охотников, которые любят бегать в невидимости. Да, если вы предпочитаете бегать невидимым в PvP, вот это вам подойдет. Почему? Увеличивает продолжительность невидимости. Ближний бой восстанавливается быстрее, когда вы невидимы. Но могу от себя лично сказать, невидимые охотники очень часто получают по щам. Потому что их видно, да, по карте просто. Все палят, соответственно, ну, достаточно спорно. Но если против новичков, очень даже зайдет. 23 кристалла. Сент-14. Этот шлем для Титана. Ребят, я им не пользовался и вам не советую. По-моему, абсолютно бесполезный. Переходим к вечерней звезде. Это у нас Варлок. Это для тех, кто любит раскол ставить. Энергия раскола восстанавливается быстрее, если вблизи есть противники. Я считаю, что это хорошо подойдет под ПВЕ, хотя и под ПВП уж точно. Для энергетического, точнее электрического Варлока. На этом у меня все. Стоит тоже 23 кристалла. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на группу, на канал. Пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу этих шмоток. Всех благ, друзья.